Дякую всім, хто сьогодні з нами, хто сьогодні в Харкові, хто сьогодні біля Шевченка. Який нині на ротації тут в Харкові. І ми разом з ним чекаємо на його друзів. Дуже дякую, шановне товариство. Ви зустрічаєте наших хлопців. На жаль, дорога така штука, що... Батальйону Харків один тричі! Слава, слава, слава! Батальйон Харків один! Слава Україні! Героям слава! Герої! 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 Для ротації прибув. Завдання, поставлене руководством, виконано в повному обсязі. Особовий склад потер немає. Молодці! 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 Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! Україна! Вона душе! Україна! Вона душе! Україна! Вона душе! Поддержки там. Не хватает там патриотов, действительно. А те, что есть, они прячутся, потому что не дают им на своей родине любить свою страну. Спасибо вам большое за прием. Спасибо. Я зараз запитаю пана Анатолія, що їм потрібно, що їм найбільше потрібно на фронті, щоб ми знали, чим допомагати людям, щоб ви знали, що приносити в ту зелену палатку, в наш намет, щоб ми це все передавали батальйону Харків-1. Будь ласка, пане Анатолію, що найбільше, насправді, от, пріоритети які? Спасибо за понимание. Смотрите, на даний момент у нас в начале нашей командировки случилась неприятность. Наша машина, которая была с личными вещами, с продовольствием, попала под обстрел, и мы, в принципе, остались без вещей. Ну, личный состав цел, все нормально. Слава Богу. Да, ну, нету там элементарно, питьевой воды нету, потому что вода отключена, свет отключен, условий нет. Нуждаемся в обогревателях, потому что теплая сейчас. Какие лучше? Лучше масляные, наверное. Да. Генераторы нужны. И нуждаемся сильно в горюче-смазочных материалах. Там просто нет наличия ни бензина, ничего. Задачи выполнять нужно, а просто нет наличия. Да, передавайте через ребят, которые есть. От командира нашего тоже вам звонил, спасибо большое, передавал. Спасибо, граждане. Слава Украине! А сейчас для наших защитников стихотворение прочитает Зарема.
Пацаны, возвращайтесь скорее! Мы всем городом всех вас ждем! И волнуемся, и болеем, и бывает даже ревем. Знаем, что вам сейчас не просто, и хотим вам хоть как-то помочь. Пусть выходит не сурово, гладко, но мы молимся каждую ночь. Будем ждать мы вас сколько надо. Берегитесь, вот вам наш наказ. Будет высшую нам награды всех живыми увидеть вас. Слава нашим героям! Слава! Низкий вам поклон. И я крымчанка, все крымчане знают, что вы самые лучшие мужчины на свете. Спасибо вам. Дякуємо! Слава Україні! Солов'їними піснями і зустріну я світанок з розпростертими крилами, і я візьму у небо квіти, понесу на своїх крилах. Може, я побачу звідти, де любов моя, де мила. На серці сумнів та журба, дай, мамо, сили, щоб не впасти. Любов, життя та боротьба, бо, як кажу, дивна казка. Мама, реагируем, просто многие ребята вернулись с трехсуточного рейда. Как вы понимаете, что даже положительные эмоции, трех суток не спать, ну, тяжело проявить. Не думайте, что мы как-то... Мы благодарны, да, что вы пришли к нам. Спасибо вам большое. Спасибо. Дякуємо! І буде щастя на землі. Дякуємо вам за нашу мрію, за мрію Шевченка. Батальйон Луганської води Бречі! Слава! 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 Батальйон Луганської води Бречі! Слава! 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 Батальйон Луганської води Бречі! Слава! 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 Дякуємо! 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 Дякуємо!
пусть вас Бог бережет!